Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу вам показать, как приготовить люля-кебаб. Постараюсь, чтобы был легкий способ. Правильно, скажете, что это же мужское дело, но иногда женщины тоже на кухне хотят приготовить люля-кебаб. И поэтому с моим рецептом можно приготовить люля-кебаб и в духовке, и в мангале. Наш рецепт. 1 кг говядина жирная, 500 г жира овцы, 200 г куриная грудка. Я все это заранее вытащила из мясорубки и смешиваю. Добавляю соль и перец по вкусу. Лук нарезаю на мелкие кусочки, нельзя вытащить из мясорубки. Для оставаться в форме должно так и делать. По вкусу добавляем соль и перец. Мелко нарезанный лук. И хорошенько смешиваем. Постараемся, чтобы мясо хорошо смешивалось. Надо немножко потрудиться. И поэтому говорят, что это мужское дело. Думаю, что женщины тоже справятся с этим. Сейчас разделим мясо на кусочки вот в такой форме, чтобы нам было легче. Заранее сказала, что обычно я приготовлю в духовке, а сейчас и в мангале тоже будем. И все это покажу вам. Итак, шампуры готовы. Сейчас мы будем приготовить и в духовке, и в мангале. Люля-кебаб готова. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал.